А вот для сотрудников УВД прошедшие праздники выдались неспокойными. Только в дежурную часть было доставлено 340 человек, совершивших различные административные правонарушения. В спецприемнике побывали 39 ангарчан, а 7 потерявшихся ребятишек вернули родителям. Кроме того, зарегистрировано 9 краж, одну из которых удалось раскрыть по горячим следам. Произошло также 2 грабежа, в которых пострадали женщины. Зарегистрировано 2 особо тяжких преступления, связанных с нанесением телесных повреждений со смертельным исходом. Значит, в одном случае возбудили статью 105 убийство, в другом случае статью 108. Значит, превышение пределов необходимой обороны. Все это связано в том числе с бытовой сферой, в том плане, что либо неурядицы в семейной сфере, либо употребление алкоголя, а чаще всего это все в совокупности, значит, приводим к таким летальным последствиям. В прошедшие выходные дни ангарские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно порядок в городе обеспечивали до 120 сотрудников УВД.